Хе-хе-хе! Привет всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас «Пуз без тормозов». Что ж, ребята, всем привет! Новая рубрика на наших каналах, поэтому не забывайте поддерживать лайком. Ну и, Антоха, давай рассказывай, в чем заключается суть данной рубрики. В общем-то, ребятки, наверное, многие из вас уже видели на моем канале первую серию. В общем-то, здесь все происходит очень просто. Мы берем по три машины, целые три тачки, братан. Да-да-да, кстати, у меня тачки сегодня заряженные, прям вау. Да, и, в общем-то, спускаем их без тормозов с какого-нибудь бешеного склона. Либо это может быть дорога, либо это может быть дорога очень резким спуском. И, в общем-то, наша задача без тормозов, не нужно ни притормаживать, не нужно ничего делать, просто лететь вниз и будь что будет. Да-да. Короче, сегодня, ребята, у нас карта Бриксвилль, вот такой вот небольшой склон. Но впереди нас ждет сюрприз. Это поле, ребята, которое, в принципе, перепаханное все вдоль и поперек. Это значит, что там просто очень много кочек, которые... Ну, не думаю, что понравится нашим тачкам. Да, в общем-то, едем по кочкам. Тут вот какая-то машина пыталась проехать, и она полностью повязла в этом, в общем-то, там вот земле. Вот в этой. Да-да-да, все очень печально. Да. Так, я ну первую тачку возьму, наверное, слабую, полицейскую, почему бы и нет. У меня еще открывается вот так сзади этот. Смотри, дверка. О, нифига, еще что-то горит там. Нифига ты крутой. Это спойлер будет мой открытый. Ох ты, ёпа-мама, там какой-то у тебя софтбуфер стоит. Ну это полицай у тебя. Ну да, а что бы и нет. Рот, так, я видел, но я уже уехал. Так, давай, погнали, я еду. Так, я отключил бессмертие, все вроде нормально. Не тормози только, не тормози, говорю, братан. В смысле не тормози, она у меня как-то медленная, я же сказал. Господи, у меня просто морда отлетела у тачки. А ты что, бессмертный, что ли? Нет, смертный. Кого бессмертный? Я все уже расхерачивал. Посмотри на мой катафалк. Я умер. Я вижу. Роза, посмотри на эту колесницу. Она еще есть. У тебя реально морда отлетела просто. Пополам. Блин, я хочу еще один разок на ней съехать. Так, давай, конечно. Нам можно на ней хоть по три раза съезжать. Главное, чтобы нам с тобой не встретиться. Да, блин, просто. Еще такую тачку взял быстро, я офигел, когда там мимо проезжал. Она что-то нихера не быстро, 200 км в час всего едет. Но я столько не ехал. Воу, щец, блин. Так, ну все, таплю еще на ручной. 100, 130. Господи, 150. 160. Блин, у меня передняя морда отваливается просто на ней, смотри. Ёпа, мама, нихера ты разлетелся. Да, просто рассыпался. Но машина, ну, в принципе, большая часть, по крайней мере, осталась целая. Да. Ну, блин, ты посмотри, я вообще долетел до этих вот людей, которые здесь застряли. Ну, тебя, слушай, он вообще не ездит, да? Да, у меня он просто у тебя стоит закапанный в землю. Так, ну я предлагаю еще по одному разу на этих тачках. Я думаю, можно с них что-то выудить. Ну, блин, я не знаю. Я второй раз подряд уже ее пополам сломал, поэтому что-то мне не нравится. Да, ну я не знаю. Я вот попадаюсь на какой-то бугорочек, и он меня подскидывает. А я хочу прям на пашню на эту съехать. Так. Я, наверное, хер здесь еду. Да, там везде, короче, такие бугорочки. Нифига ты, Сальтухан, крутанул. Сейчас попробую тебя перепрыгнуть. И так, 160. Господи, у меня на этот раз вообще пополам машина рассыпалась. Да, слушай, вот это у тебя вообще там что-то убого. Офигеть. У меня тачка здесь застревает, кстати. Блин, ну, короче, такая себе машина. Вообще не знаю, может ее здесь оставить. Пускай валяется, лишнее препятствие будет. Ну, я вот сюда ее немножко поставлю. Ладно, поехали на следующих тачках. Так, давай. Короче, вторая машина, которая у меня будет, вот такой вот, короче, заряженный хот-род. Супер Чарджер у него написано. Супер Чарджер, ёпсель. Ну давай посмотрим на твой Супер Чарджер, и я за тобой еду. Слушай, а у тебя какой-то спорткар, да, такой? У меня Порше Япона Макарона. Во, вот это подвесочка, колесо потерял, господи! Хопа, Сальтухан, полетел! Воу. Я еду, братан, я здесь. О, чух. Ну, бум. Я приземлился довольно-таки мягко, кстати, я здесь себя комфортно чувствую, смотри. На себе! Смотри, что она делает, она без меня, я умер. Так я в тебя врезался. Она без меня прыгает, смотри. На тебе. Она ездит без меня, братан. Ну все, приехала. Слушай, но мой драгстер здесь себя чувствует вообще комфортно, это его стихия, в принципе. Не, ну я вижу, да. Прям вообще комфортно. Ну слушай, первый съезд такой нормальный. Правда, не считая того, что я прям с Альтуханом очень жестко полетел, надо как-то сейчас постараться красивее съехать. Так, давай я на тебя посмотрю. Газуй. Я еду. Я вообще здесь нашел такую колесницу, короче, без тормозов. Я вот здесь проезжаю спокойно. А, кстати, да, хорошее место. Воу! Дрифтом. А здесь уже все, здесь мы низкие сильно. Ну, слушай, она у тебя рассыпается слабовато. Слишком крепкая тачка получилась. Да. Так. Очень крепкая. Сейчас постараюсь проехать по тому же месту, где ты ехал. Посмотрю, что из этого получится. Так, ну-ка, ручная сразу. Нифига.
Давай, 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 Юрец, я помогу. О, 200. Я немножко на кочку заехал. Слышь, нифига. Вставай на колеса. Опа! Вот это машина, вот это адская табуретка. Вот это реально адская табуретка, но она просто шпарит конкретно. Да, хорошо себя показывает. Блин, к сожалению, я зацепил, короче, боковину немножко, маленькую там горочку какую-то, и мне не понравилось это. Ну давай еще разочек попробуем. Так, давай. Ну короче, едь первый, давай, я сзади тебя поеду. Вот так вот едем, короче, вот так. Так, примерно, короче, за тобой сейчас выстроюсь, чтобы машина не прыгнула. Давай, 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 тебя вот очень... здесь я проезжаю. Я тебя очень быстро догоняю. Вау, я днищем ударился, офигеть, скорость за 200, ты посмотри, полетел. Сучка, сучка, какая машина у меня. Она у тебя очень прочная, слушай, но у меня улетает вообще, пыряет. Короче, я дальше поехал. А я не могу даже по буграм ездить, я только вот здесь, вдоль вот этой пашни могу ехать. Ну тоже неплохо, на самом деле, хоть где-то. Ну да, блин, да, да. Но, на самом деле вот этот Hot Rod меня порадовал, он прям вообще везде проходимый, такой хорошая тачка, прям заслуживает того, чтобы занять первое место, по крайней мере, сегодня. Господи, я из нее вышел, она рассыпалась. Ну это все пинга Арсихром, понятно. Это не пинга Арсихром, это я на тебя поставил ее. Да? Свою тачку, вот так. Понятно, все с тобой. Ты просто когда тачку делаешь заново, ну, восстанавливаешь, у меня все лагает. Так, окей, у нас, короче, остались еще последние тачки. Я думаю, что придется сюда взять еще по одной, чтобы было интересней. Но пока у нас есть вот такой вот двухместный маленький какой-то автомобильчик FX9. Ну да, у тебя какие-то... О, он турбированный! Попалишь. Да ладно! 200! 250! Вау! Давай, 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 я лечу тоже! Охренеть, я просто со всей дури... Это что за херня? Ты в что врезался? Я врезался в землю. Ты смотри на мою тачку, просто как она расслоилась. Она ездит тоже. Чё? Чего? Это чё за чит-мобиль? Господи, я вообще здесь застрял на какой-то... Ёпа мать. Ты посмотри, как эта инвалидка катается просто. Да я вижу, у меня вообще машина меня придавила. Ты смотри, что она делает. Она, короче, летает, ты прикинь? Буквально. Да я вижу, она бешеная табуретка. Бешеный, бешеный автомобиль. Блин, неплохо. Так, а у тебя что тут... А у тебя типа... Да, она меня придавила. Додж какой-то, что ли? Нет, это Nissan Skyline, ты чё, какой Додж-то? Ну, похож был на Додж Чарджер, да. Чем-то жопой. Похож-то Додж? Да. Ну ты чё, братан? Ну, на Skyline он явно не похож. Воу-воу-воу, куда я уехал-то, алё? 300! Охренеть! Ты там вдавил. На! Господи, я слышал такой взрыв. Да. Я к ребятам на чай приехал. Блин, вот это она лютая, вот это она быстрая вообще тачка. Чё, пацаны, есть чё? Ты горишь. Тебе плохо, братан. Так, я через луву восстановился. Ну, слушай, она, в принципе, здесь комфортно себя чувствует. Я не знаю, за счет чего. Хотя нет. Непонятно. Я вообще не знаю. У меня эта машина вообще не едет по пашне. Такое себе, такое себе. Блин, ну давай еще третий раз. А корона, я думаю, что нужно будет еще взять какую-нибудь машину, чтобы интереснее было. И закончу ну, да, потом да, да. На этом. Так, поехали. Так, ты первый. Сейчас я тебе в задницу въеду. Не надо мне в задницу въезжать. Что, засал, что ли? Да. Вау! Я просто как самолет летел только что, прикинь. Японский макарон меня таскает. Блин, надо дрифт-тачку какую-то взять. Да-да-да. Блин, а вообще бешеная табуретка, господи. Я прям только что по воздуху летел, как будто на самолете еду. На. Нифига ты там. Вывалился. Ай. Господи. Неудачное место для того, чтобы восстановить машину, ну ладно. Нормально, у тебя тачка сначала улетела, а потом прилетела назад. Слушай, я сейчас что-то увидел, нереально. Все нормально, тебе просто показалось. Блин, я тебе предлагаю взять какой-нибудь, не знаю, грузовичок, что ли, и попробовать тоже съехать отсюда. Я не знаю, я дрифт-тачку возьму сейчас. Ну давай, пошли что-нибудь найдем. Ну что ж, ребята, мы взяли, короче, с вами новые машины. Вы посмотрите, я взял прям реактивный, короче, вулкан. Это будет просто жопа в боли. Сейчас мы узнаем самую максимальную скорость на этой хрени. А у тебя там что-то... Давай, давай, я пошел уже, пошел. Пошел, ты говоришь? Пошел ты. Так, я включаю нитро. 400. Я улетел, братан, в город. Я понял уже. Прямо в здание. Блин, нет. Охерей, ты там летаешь. Почему бы и нет? Нормально. Так, давай взорвись уже куда-нибудь в здание. Бомбардировка вулканами. Господи, что происходит вообще? Господи, я сальтуху сделал и еду по пашне, и опять просто встал в ней.
Я, короче, врезался в противоположную гору, на противоположной, короче, этой углу карты, поэтому мне плохо. Господи, что-то подвисло у меня. А, вон она у тебя телепортнулась. Так, давай, я, короче, поставил свою тачку. Давай, я хочу посмотреть, как твоя справляется, в принципе, с дорогой. Сейчас за тобой посмотрю. Да как, отлично справляется, чё? Ну, едет неплохо, вот, вроде. Еду. Такой синий что-то дым. Что-то она нихера не дрифтит, хотя дрифт написано. Тебя обманули. Так, у тебя глушак отлетел сразу. Бум, бум, бум. Ну, слушай, перевернувшись неплохой, но она хотя бы целая осталась. Да она всегда чудо, у меня все машины какие-то крепкие сегодня. Вообще никакая не разлетается, даже как-то некрасиво. Сейчас постараюсь проехать красиво. Ну-ка давай-ка мимо меня, давай, сможешь мимо меня? Нет, там горка будет, я улечу, я сейчас вот по этой траектории поеду, боковой. Давай-давай, я тебя здесь встречу. Ой. Прям твои деталюшки мне прям по роже съездили. Я улетел. Я развалился, смотри. Что, серьезно? Прям на две части, смотри. Так, я взорвался. В смысле, а что там в тебя прилетело-то тогда, вижу? Твои деталюшки. Офигеть. У меня, короче, на склоне, в результате вулкан взорвался. Так, давай-ка я попробую в тебя врезаться еще разок. Только поставь ее как-нибудь этот, поближе, что ли. Давай-давай-давай. Господи, где я? Почему у меня персонаж башкой в землю воткнут? Давай, я прям встал вот так, бочочком. Так, сейчас, подожди. Он у меня раздуплится, очухается. Господи, где я вообще? Что происходит? Ну что ж, ребята, тогда на этой ноте мы с вами прощаемся. Вот такая вот прикольная сегодня была серия. Спуск без тормозов на максимальной скорости на тачках. Пишите в комментариях, понравилась вам серия или нет. Не забывайте про лайк. И, конечно же, не забывайте подписываться на наши каналы. Ссылочки все в описании под видео. Да, ребятки, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Пока, ребята.